Они вернулись из ада. Ополченцы, которых обменяли 2 дня назад, рассказали о том, как украинские силовики издевались над ними в плену. Подробности у нашего корреспондента Александра Ланского. Состоялась своего рода пресс-конференция 2 ополченцев Донецкой Народной Республики, которые накануне вернулись из плена, в котором пробыли 10 дней, из плена украинских силовиков. И вот сегодня они рассказали о том, как с ними обращались украинские военные. И вот самое мягкое обращение украинских военных к своим военно-пленным ополченцам ДНР, к своим противникам, это было то, что украинские силовики называли мужчин, защитников Донбасса, так называемых, женскими именами. Но я, как еще раз повторюсь, это было самое мягкое, то, что украинские силовики позволяли себе в адрес военнопленных. Ну а слова тех, кто накануне обрел свободу, вчера и был освобожден из плена, был обменен, я предлагаю оставить без комментариев. Взяли прямо с дома. Первую ночь, всю ночь били. Всю ночь. Били очень сильно. Как тряпку тягали по полу. То есть им даже это неинтересно было. Они все уже знали. На следующий день забрали, увезли в Краматорск. Там пристегнули к батарее и там били. 4 суток били и током били. Электрошокеры у них. И по очереди ходят и издеваются. Они не считают нас за людей. Что мы вообще не люди. Положили, как, ну, вот правильно товарищ сказал, как тряпок. Посвязывали руки, позаматывали глаза и били все, кому не лень. Кто не проходил, как кто, тот буцнет, тот наступит, тот по голове ударит, тот, ну, почем попало, били. Об избиениях и жестоком обращении рассказывают уже не первые военнопленные, которые были освобождены и доставлены в Донецкую Народную Республику. Взамен на это украинские военные каждый раз при каждом случае обмена пленными получают, естественно, здоровых и, ну, скажем так, сытых своих военных, которые здесь, в Донецке, получали и первую медицинскую помощь, находились в больницах. Кроме того, были обеспечены довольством, таким же, как снабжают украинских, точнее, своих солдат, армия Донецкой Народной Республики. Ну и я напомню о том, что накануне состоялся обмен по формуле. Вот украинские силовики получили 9 своих военнослужащих, находящихся в плену, и около 10 ополченцев ДНР также вернулись обратно в Донецк.